Маршал Василий Соколовский был выдающимся военачальником, человеком с огромным интеллектом. Имел множество наград и командовал различными фронтами. Всю войну был начальником штаба Жукова. Но у легендарного маршала было слабое место – сын Евгений. Евгений работал через пень-колоду, шумно гулял на деньги отца и прикрывался его уважаемой фамилией. Соколовский страшно боялся, что о загулах сына узнает Сталин. Однажды Евгений Соколовский с друзьями познакомился в ресторане с тремя девицами. Как утверждали материалы уголовного дела, Соколовский и его товарищи вытащили девушек из машины и устроили групповое изнасилование. Действовали очень жестоко, девушки были избиты. Сына маршала и его друзей нашли на следующий день. Евгений Соколовский получил 17 лет тюрьмы. Наказание было беспрецедентно жестоким. Но оперативность расследования и этот скороспелый суд наводили на мысль, что за страшным обвинением стоят какие-то враги маршала Соколовского.